армянский премьер послал к непокорным сюникцам тяжелую артиллерию в виде собственной жены, передает Азия-Ас. Газета «Грапарак» пишет, что уже два дня супруга премьер-министра находится в Сюникской области. Как передают источники издания, в области она приехала отдохнуть, осмотреться. Она посещает общины, культурные центры, места времяпровождения, музеи. Начиная с губернатора и заканчивая последним руководителем общины, все заняты ее сопровождением. Вчера она побывала в Каджаране. Прием, утроенный преследуемым властями, мэром Манвелом Парамазяном, вызвал шок у активной части общества. Бывший член правления партии Ваги Акопяна «Возрождающаяся Армения» Манвел Парамазян встретил супругу премьер-министра не сюникскими приветствиями, как год назад встречали премьера, а с букетом цветов. Как передают наши источники, другие руководители общин тоже встречали и обхаживали Анну Акопян. А несколько месяцев назад руководитель общины Мигри Мхитар Закарян постоянно извинялся за свои оскорбления. Акопян сопровождал также новый мэр Мигри. Вчера она побывала в Гарисе, посетила дом-музей Бакунца, женский ресурсный центр, исполнительный директор которого Рузанна Таразян, соратник Аруша Арушаняна, член Совета старейшин. Хотя сказали, что руководитель общины Гариса лично не встречался с Акопян. Сегодня она посетит Капан. И очередь предстать с букетом за Парсяном. Некоторые считают, что этим визитом Пашинян решил усмирить непокорных руководителей общин. Кстати, до визита Анны Акопян заделали дыры на дороге Татев, а Гвани заасфальтировали участок села Тант-Завер. Она остановилась в гостиничном комплексе «Арснадзор» близ села Алидзор, пишет газета. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.